Марсист. Итак, друзья мои, сегодня мы находимся в городе Спасске Дальнем. Я вас приветствую. И сегодня у нас шествие Деда Мороза, 16 декабря 2023 год. На улице немножко, как вы видите, идет снежочек. Снежочек идет. Температура 15 минус. Но мы пришли все равно посмотреть на это шествие, потому что это считается уже праздник. Праздник Нового года, приближение Нового года. Сейчас мы посмотрим наших Деда Морозов. Администрация каждый год проводит, не забывает, такое шествие в нашем городе. Вот народ собирается помаленьку, желающий. Ну, холодно, конечно, очень-очень холодно. Но мы все равно будем присутствовать. И сейчас пройдем шествием на площадь по улице Борисова. Борисова сегодня перекрыта с 10 утра, чтобы машины не мешали. Хотя это стоят, наверное, со вчерашнего дня машины здесь. Кое-какие, а в основном народ, как можете наблюдать, радуется приближению Новому году. Ну, конечно, хочу сказать, что и снежная погодка как бы сопутствует этому. Ну все, ждем, когда мы двинемся. Обещали ровно в 13 часов. Руки немножко замерзают. Хотя и пришел минут за 10, за 15 раньше, но свежевато. О, все. Ой, как холодно. Давайте двигаться будем, друзья. Там еще подходят Деды Морозы. Но это, наверное, считается главный Дед Мороз со Снегурочкой, как я понимаю. Ну вот еще местное телевидение, наверное, прибежало. Побежали занимать выгодное место для съемок. Ну а мы будем здесь потопчемся. Музыка звучит. Праздничное, можно сказать, настроение создается. Вот. Прыгаем. Радуется народ. Новый год самый, по-моему, хороший праздник. Все ждут Нового года, хороших изменений в Новом году для себя, для своих родственников. Тут даже сразу реклама, вон Спас Цемент появилась, наверное, спонсор этого шествия. Вон там вдалеке у нас все перекрыто, милиция стоит. Сейчас главное вперед успевать колонны идти, чтобы снимать. Сейчас немножко отойдем. Вот еще один Дед Мороз появился. Красота, красота просто. Ну, пора уже, наверное, двигаться. Что-то никак мы не тронемся с места. Что-то мы еще ждем. Вон девочка, как шапочка на ней новогодняя.
бегать будут, да? Шествие. Бегать, говорит, будут. О. Все. Все, итак, шествие открыто. Шествие Деда Мороза, Снегурочек и дракончиков. Потому что следующий год дракона. Ну все, движемся, смотрим. Дед Мороз, вот видите, машет, приветствует. Все приветствуют. Все в хорошем настроении. Все в очень хорошем, радостном настроении. Смотрите, сколько народу собралось. Вон даже какие пришли пройти. Ну вот, вот и спас цемент, как я говорил. Со своими дедушками Морозами. Детские сады вот тоже идут. Ну давайте пройдем, теперь мы на площадь. С Дедушками Морозами. Посмотрим, кто там. Что они приготовили там за праздник. Здравствуйте! Мы ее помним! Бабушки! Вот можете слышать, уже идет приветствие. Наша елка, но площадь еще не доделана, ее еще делают, но елочка уже стоит. Ближе, не стесняйтесь, нашествие Дедов Морозов и Снегурочек, разгуляйтесь. Праздник приближается, заждались вы нас, время бежит все вперед и вперед. И вот на пороге опять Новый год. Но будем мы праздник отмечать. Пишите, пойте, не надо нам скучать. Спешу приветствовать вас и я, мои веселые друзья. Замела метель весь город, не проехать, не пройти. Но Снегурочкам открыты все дороги, все пути. К вам спешила я, друзья, ведь опаздывать нельзя. Ну что ж, здравствуйте, здравствуйте, дорогие Морозы и Снегурочки! Что же это творится? Откуда столько у нас Дед Морозов и Снегурочек? Да они все наши, все спаски! Куда их столько? Солить, что ли? Да что ты, это помощники Деда Мороза. Они ему очень нужны. Свои помощники Дед Мороз берет только лучших из лучших. Да прям. А давай-ка мы их испытаем. А давай. Любой Дед Мороз должен уметь... Что? Ну, окончайте, что должен уметь Дед Мороз? Снегурочка должна уметь танцевать. Ну а чтоб не замерзнуть, давайте немножечко подвигаемся. Двигаемся. Повторяйте за нами движение. Двигаемся! Замерли!
Мороз должен уметь с детками играть. Ну, я так думаю, что мы не только с детками, но и со взрослыми еще одну небольшую игру проведем, которая называется «Снежинка с номером». Пока играет музыка, мы танцуем. Как только музыка становится тише, мы говорим слово «снежинка» и, например, «пять». И вам нужно быстро в команду по пять человек встать. Ну что, давайте попробуем. Музыка, танцуем. Ай, молодцы, умнички. Ну что? А в Снегурочке? Всех берут? Конечно, всех. Но еще нужно проявить охотчивость, смекалку, быть красивой и доброй. Но я думаю, что все наши Снегурочки такие. Давайте, Снегурочки, готовы пройти сегодня? Давайте позовем Снегурочки, что ты не видно. Где наши Снегурочки? Снегурочки все здесь, почти все здесь. Снегурочки сюда, к нам на серединочку. Ну а теперь, Снегурочки, вместе с ребятами тоже поиграют с нами в игру, которая называется «Мешок Деда Мороза». Повторяю движение, дети, за нашими Снегурочками. Готовы? Начали! Ну вот, мы посмотрели немного «Шествия Деда Мороза». Сейчас мы отправляемся уже домой, холодно. Но все идет развлечение, там степня вот видите дымится. А мы прощаемся с нашей площадью пока. Как видите, наша елочка. Ну, скоро будет вот ледяные или фигурки, или что-то вырезаться. Все ставят. Потому что у нас еще было очень тепло. И лед, видите, не совсем даже толстый, ну, скажем, сантиметров 15-20. Хорошо, что озеро, видно, какое-то замерзло или откуда они возят. Немножечко хоть лед появился. А то было совсем у нас с оттепелью. Ну, а к Новому году сейчас обещают холода. Идет вот небольшая торговля сувенирчиками. Сразу на нашей площади. Ну все, а мы прощаемся с вами, дорогие друзья, и говорим всем большое спасибо, что посмотрели, и до скорой встречи.